Уважаемые сочинцы, от имени депутатов городского собрания города Сочи поздравляю вас с праздником весны и труда. С 1 мая, дорогие! Этот день для нас, россиян, уже давно приобрел глубокий смысл. Это праздник активной жизненной позиции. Это праздник созидания. Это праздник единения. Не может быть настоящей полноценной жизни у каждого человека, если нет у него любимой работы, если нет у него коллег по работе, если нет творческих удач, побед, то есть того, всего того, что дает нам труд. В этом году, 1 мая, мы отмечаем еще один великий праздник – Пасху, день Светлого Христова Воскресения. Это великий день для христиан всего мира. В этот день я хочу пожелать всем сочинцам, независимо от вероисповедания, счастья, добра и мира. И пусть на душе у вас будет легко и спокойно, а на сердце радостно и светло. С праздником, дорогие сочинцы!